Ежедневно мы сталкиваемся с тайными, необъяснимыми явлениями и легко можем стать жертвой обмана. Цилиндры прекрасно снимают боль. Сейчас опухоли у меня нет. Как можно вот такими палками лечить рак? Это у нас метеоритное железо. Обыкновенная медь. Экстрасенсы, целители, ясновидящие, загадочные знаки и события. Разобраться в этом не может даже наука. Но для нас это вызов, который мы принимаем. Все, кто находился в этом поезде, не случайно пассажиры. Затрясло вагоны. Я вижу вокруг хаос. Открываю двери, там лежат вагоны. На том месте плохая очень энергетика. Духи беспокойные зовут своих родственников сюда. Мы объясним любые загадки, раскроем тайные секреты. У нас есть 15 минут, чтобы во всем разобраться. Приготовьтесь, истина где-то рядом. Я узнал, что по всей стране тысячи людей бросают работу, семью, продают квартиры и уходят в дикие леса. Они одержимы идеей построить родовое поместье и начать жизнь с чистого листа. Причиной для массового переселения послужили книги Владимира Мегре. Автор утверждает, что несколько лет назад в сибирской тайге он встретил истинную богиню Анастасию, которая рассказала ему, как именно должен жить русский человек. У меня такое ощущение, что начинается новая эра. Здорово, что есть такая женщина Анастасия. Бесспорно, это секта. Они все работают одинаково. Нужны такие образы, нужны такие люди, вот, для того, чтобы как бы жить. И к нему подойдет его Анастасия, и он будет с ней на этом гектаре прекрасно строить дом и воспитывать прекрасных детей. Они отнимают у людей все. Я узнал, где живет один из первых анастасийцев. Мне стало интересно, что повлияло на него. Почему он решил стать отшельником? Я выезжаю на место, чтобы во всем разобраться. День добрый. Как нам куда ехать? Пешком. Хочу вам представить себя в лице первого поселенца. 13 лет назад была прочитана книга Анастасии, и вот это послужило поиском найти свое место в этой жизни. Интересно, что автор книг об Анастасии, Владимир Мегре, утверждает, что все написанное в его книгах – слова самой богини Анастасии. Он встретил ее в тайге много лет назад. Анастасия живет там, спит с медведями, она там скачет по деревьям. Все эти книги, они, конечно, полностью придумывают, что она и поет, как Пугачева, и что там обо всем знает. Владимир Мегре, встречаем! Спасибо за приветствие. Здравствуйте. Я хотел лично увидеться с Владимиром Мегре и узнать подробности его встречи с Анастасией. Но он наотрез отказался общаться с прессой. Зато нам удалось найти уникальные записи лекций Мегре. Послушайте сами, что именно он рассказывает своим последователям. Родовые поместья – это не просто строительство какого-то участка, типа дачи. Это новая идеология. Анастасия – это реально живущий в сибирской тайге человек. Она дает толчок. Она просто там, скажем, и открыла нечто. Но я сам себе, это мой путь в этой жизни. Удивительно. Тысячи людей верят в женщину, которую они никогда не видели. На вопрос, где встретить Анастасию, Владимир каждый раз находит все новые ответы. Но так Анастасия – это здесь. Я же вам для чего рассказал о телепортации. Вот знаете, я чувствую, когда она здесь. Ну вот, второе я. Всегда чувствую. Я могу даже сейчас сказать: здравствуй, Анастасия. А вот что касается выходить, я бы не хотел, чтобы она выходила. Все книги, которые написал, он выдает за Библию, за священные тексты. Я считаю, что это ловец ослабевших душ. Человек, который наживается на несчастье.
Я узнал, что в Подмосковье живет женщина, которая утверждает, что Анастасия спасла ее от смерти. Срочно едем туда, чтобы во всем разобраться. Никто не звонит. Здрасте. А мы вежливые. Здрасте. Молча зашли сюда, молча. Ну, да, мы такие. Заходите. Начала болеть грудь у меня очень сильно, вот. И я обратилась к врачу, мне сказали, что там опухоль, надо вырезать ее. Но сделали неудачно. И дальше стало все процветать и болеть. Но как именно ей помогла Анастасия? Наталья рассказала нам все подробности. У нее очень женская сильная энергетика, которой мне не хватало. Ты и есть сама Анастасия. И когда мне плохо, я могу разговаривать с ней. В принципе, в тот момент трудный, как-то она меня стимульнула. Подняла духом, и я начала как бы возрождаться к жизни. Люди, если они верят, то они исцеляются определенный процент. Там у нас эффект плацебо. Волей или неволей приходится сталкиваться с людьми, которые в той или иной степени сталкивались с подобного рода течением. И зачастую приходится... Те последствия духовного вреда, которые нанесло участие в этой секте анастасийцев, приходится очень долго и трудно лечить. В том, что жить в гармонии с природой правильно, сомневаться не приходится. Но, может быть, под благими намерениями прячется самая обыкновенная секта. Совсем недавно прислали карту поселений России. Их всего в России на сегодняшний день 200, в которых уже строят свои поместья десятки тысяч семей. Ну, скоро будут миллионы, ничего страшного. Я узнал, что в 100 километрах от Москвы есть поселение Доброе. Отправился туда для того, чтобы лично встретиться с людьми, которые ушли в отшельничество. Добраться до поселенцев сложно. Они выбирают для себя места, далекие от цивилизации. Наконец-то мы приехали, и я не уеду, пока не узнаю, как эти люди здесь оказались. После прочтения всех этих книг становится настолько легче жить. Бросил пить, курить. Бывают депрессии, и накрыло и меня... После родов. Спас меня мой родной брат. Он говорит, просто начни читать там обо всем. Ну и все. Начали думать, как строиться. Строились с миру по нитке. Ну, я сам вообще с Алматы. Потом собрался и поехал в Россию. У меня там сын остался. Два брата. Поехали дальше. Посмотрите, ради чего этот мужчина бросил свою семью и дом. Я пробыл здесь несколько часов, и тут у меня на глазах произошло невероятное. Анастасия, путь Виталия, пожалуйста. Путь. Она говорит одно крепкое слово, я не буду, все. Анастасия, помягче, пожалуйста, вот, скажите. Ну, если помягче пороть, меня надо. Вот, заслугу. Такая она сейчас красивая, в каком-то свете, да, свечение какое-то. У меня складывается впечатление, что к Анастасии приходят люди, у которых в жизни что-то пошло не так. Для того, чтобы проверить это, я пригласил одного из анастасийцев, Виталия, пообщаться с нашим психологом, Анеттой Орловой. Точки Анастасии появились, когда я 4 месяца с лишним был безработным. А образ жизни как-то у вас поменялся после того, как вы вот стали, ну, скажем так... Образ жизни, пожалуй, не поменялся. Поменялось мироощущение. Чтобы составить объективное мнение, Анетта осталась наедине с Виталием. Вот ее вывод. Совершенно очаровательный, милый человек, который в свое время потерял точку опоры. Вот он так мило говорит, нельзя есть грибочки, потому что они, наверное, для ежиков. То есть мы можем говорить о том, что это очень добрый человек. И он попал на крючок именно такой идеи, доброй идеи на первый взгляд. Врачи, которые с огромнейшим стажем, не могут вытащить человека, который попал глубоко в секту. Там сформируется такая степень зависимости, там такое измененное уже состояние сознания, чтобы реанимировать и помочь человеку крайне сложно. На всех
всех книгах об Анастасии изображена молодая женщина. Владимир говорит, что никто, кроме него, не может увидеть ее воочию. Почему нет фотографии или фильма, пусть любительского, с Анастасией? Если только один раз, сейчас, в настоящее время, ее показать, то она не смогла бы быть среди вас. Уже никогда. Но мы выяснили, кто на самом деле изображен на обложках. Как оказалось, эту женщину видели миллионы людей во всем мире. Фотография, которая используется с целью создания образа Анастасии, это фото реальной существующей девушки, литовской модели Инги Дроздовой. Многие идеи из книг Мегре показались мне опасными, но тысячи поселенцев слепо верят своему учителю. Женщина с мужем, с семьей переехала и была таким образцом последователя анастасийцев. И у нее была прободная язва. Не обращались к врачам, и, в общем, она умерла вот без оказания там, ну, от того, что не оказали медицинскую помощь. Вот здесь вот она, между прочим, похоронена. Это ее могилка вот в этом месте. Кроме отказа от медицины, поселенцы не признают систему образования. Он школу посещает крайне редко, потому что он самообразованием занимается. Мы можем делать мини-школы, где мы сможем отслеживать качество образования, и мы будем знать точно, что наши дети находятся в хорошем кругу. А сам Мегре и вовсе считает, что люди должны перестать работать и уйти жить в леса. Прошу вас, люди, поскорей профессии свои смените. Пусть дома что-нибудь делают, это будет лучше. Это будет менее опасно, чем они работают на заводе на каком-то или еще где-то. Самое страшное, что люди оставляют семьи, продают свои дома и уезжают просто в никуда. Они продают свои квартиры, вот, и покупают эти дома. Но эти дома стоят на самом деле копейки. Они стоят в десятки раз меньше, чем они за них заплатили. Ну все, у них уже выхода нет. Сейчас у меня есть некая сложность. Мне надо заключать договор, как я уже сказал, оформлять эту землю по новой. И мне надо искать 2000. Я не найду этих средств. Владимир Мегре владеет на праве пользования землей, то есть это право аренды. И эту землю, участки продает лицам, которые желающие вступить в данную секту. Однако он не имеет права это делать, поскольку он не владеет данной землей. Кроме того, лица, которые в кавычках приобретают эту землю, фактически ее не приобретают. Максимум он совершает преступление, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса, это мошенничество. Но самое страшное, что от учения Мегре могут пострадать дети. Только послушайте, какой совет он дал отчаявшейся матери больного ребенка. Как сделать выбор, операцию делать или нет? Возможно ли просить помощь у Анастасии? Конечно, возможно. Конечно, возможно. И, конечно, она поможет. И, конечно, вылечить этого ребенка не составит труда. И, конечно, он будет счастливым. Но ведь она уже четко, ясно сказала, смените образ жизни. Для меня было очень важно узнать, существует ли на самом деле таинственная Анастасия. И я нашел ответ на свой вопрос. Сам Владимир официально и в своем исковом заявлении, и делая официальное заявление в судебном заседании, заявил о том, что Анастасия – это вымышленный персонаж. Соответственно, это плод его воображения. Конечно, мысль о том, чтобы построить родовое поместье, очень заманчива. Владимир Мегре, прикрываясь красивой легендой, основал очень хороший бизнес. Продажа земли для поселенцев и многотысячные тиражи его книг из кедра приносят огромные деньги, в то время как обычные люди бросают все в надежде на лучшую жизнь. А на сегодня наше расследование закончено. Истина, как обычно, где-то рядом. До встречи.